На конь-махе оказывается Юрий Тихановский, абсолютный чемпион России этого года. Вы его видите? Ну, я думаю, у него сегодня все на подъеме, весь этот старт идет. Очень удачно он попал в ритм с музыкальным сопровождением. Это иногда очень помогает. Музыкальное сопровождение идет фоном, таким легким. Да, вот. Да. Задумал какой-то переход в токи на кистях, вроде поворота. Может быть, это... Вот уже, в общем, сдох, по крайней мере, как говорится. Но дотерпел? Дотащил. И дотащил. Дотащил, это правильно сказано. Потому что уже он везде чуть-чуть не доворачивался, не докручивался. И появлялась уже такая видная голая сила. Это все элементы уже, то есть такие моменты, которые будут отмечены судьями. Объявлена оценка Шевченко... Нет, не объявлена пока. А вот она, 8.95. И Зиганшина, Наталья Зиганшина. Ну, Прыгунину, как минимум, сравнимая с Замолочной.